За окном снегопад. Ну, мы будем писать Азов-гору. Азов-гора — это недалеко от Полевского города, город Полевской, металлургическая такая край. Бажов Павел Петрович писал об этих местах очень много. Вот, Азов, то ли это в переводе там зуб, то ли это в честь какого-то там разбойника. Азов, много легенд. Девка Азовка тут живет в пещере, охраняет клады и тому подобное. Хотя клад тут в 50-х годах прошлого века был найден, но это был клад из медных и бронзовых фигурок древних. Вот в музее сейчас лежат. После этого кладоискатели многие тут пытались счастье свое найти, но все безрезультатно. Ну, а мои впечатления, основанные на таком путешествии на эту гору, зимним днем, когда вся макушка, это 500 метров над уровнем моря, 500 с лишним метров, была покрыта куржаком, таким инеем. Ну, вот это состояние сейчас и буду пытаться передавать. Свет у нас пойдет как бы вот с этой стороны, поэтому здесь вот будет теплое, светящееся небо, сюда будет более холодно. Довольно-таки пастозно. В общем, мы это много раз уже видели. Так как мне надо будет тут деревья потом писать, сюда я много краски не нагружаю. Сиреневый, кобальт, фиолетовый, светлый добавляю туда. Я уж не помню там, какие были цвета. Ну, сейчас так. Разница вот эта вот. Ну, постоянно цитируешь один цвет в другом, постепенно, так сказать, вот этот градиент такой, переход от холодного к теплому. Делаешь отсюда сюда, отсюда сюда. Ну вот такая мозаика получается. Ну, вот небо в основном уже можно оставить таким. Сейчас надо к небу взять дальний план. Какой-то он холодный. Попробовать. Слишком зеленый. Подкраснить. Вот это будет такой зуб тут. Пока так. Повыше. Чтоб не делилось пополам. Ну и в то же время, чтобы не совпадало сильного с выступом. Как-то так. Ну, чтоб рисунок не терять сейчас вот. Взял какой-то фиолетоватый цвет, ну, в основе красный, синий там. И намечаем основные пятна вот этих сосен заиндивилых. Какая будет выше, это или это, тут уж решаем по ходу.
Ох, какая грязь. Коричневую взял. Грязная краска. Наверное, аккуратнее, да, аккуратнее. Не надо такое, вычерить надо. Форма сосен там какая-то. Не рисуем сейчас подробно, это просто импровизация такая на тему. Допустим, тут будет какой-то ствол там. Тут будет какой-то ствол. Там где-то солнышко больше, там больше теплых, это по ощущению. Вот туда надо свет будет завести. Здесь вот какой-то будет выход. Из-за скалы поднимаются вот эти сосенки. Очень деликатно все. Ну, и тут, наверное, тоже. Да. Но там еще свет должен за скалой быть. Так что, может быть, сейчас пока не с этого надо туда завести свет. Сейчас попробуем. Ну, прямо оранжевый, желтый. Попробуем. Можно еще даже лимонки попробовать туда. Она такая лучезарная краска. И там солнышко идет за горой красненького тогда. И где-то тут, наверное, выходит. Слишком желтое, да? Красного. Но желтое нейтрализуется фиолетовым там. Вот где-то путается свет. Еще раз говорю, импровизация. Тут бы сейчас надо свет еще взять на снегу, самый светлый в этой работе. Белый, желтый. Сильно не размешивать. Где-то там пойдет у нас. Ну вот, и здесь вот на переднем плане. Такая какая-то шапка. Она даст вот этот стереоэффект, сюда выйдет и даст возможность отдалиться. Тут рефлексы на снегу от освещенного рядом, они теплые. Можно туда показать, что мы помним об этом, что они теплые. Помним, но они темнее света. Где-то там какие-то рефлексы потемнее. Тон, средний тон для... Вот я взял ультрамарин. Еще какие-то краски, ну, может, всякие, я не знаю. Я тут рецепты не даю. Тут у каждого свои. Я об этом вообще как-то и не думаю. Руки сами делают.
Помню, что с натуры было писать очень сложно. Холодно. Но там так лучезарно все это было. И абсолютно синие такие какие-то. Действительно синие оттенки. Плотно, чтобы дать возможность тону заработать. Красного можно. Красный всегда утемняет тон. Белила кончились, надо надавить. То есть решили для себя, что здесь вот светло, там темно. Ну, так и работаем. Так и работаем. По форме мазки. Какие-то рефлексы там. Закругляется туда. Рефлекс. И склон. Склон так пастозно, чтоб на саночках хотелось с него проехать. Взяты основные вот эти пятна. Сейчас можно в цвете взять и вот эти вот скальники, которые тут просвечивают, ну и заодно ритмы. Ну, я взял коричневый, там, фиолетовый с чем-то его. Раз они в тени, рефлексы потом на них будут. В общем, как-то намечать. Желательно тоже с разным тоном и тепло-холодностью. Там вот вдали. Вдали, так там похолоднее. Более локальными какими-то. И так дальше. Вот завели туда свет. Теперь на фоне него можно и силуэтом таким показать. А не то ли это место, которое светилось у тебя на выставке? Удивительная вот работа. Особенно она в этом свете получилась такая. Может быть, она, я уже забыл, какая она. На самом деле, она не в моей коллекции, она из частного собрания. Но вот в этом теплом свете она прямо горит. Здесь получился эффект 3D. Выхватился этот передний план. Я помню, это Азов-гора, это пожовские места. Это недалеко от Болевского. Там буквально немножко проехать. И ты поднимаешься на эту гору, а внизу этой красоты ничего не предвещал. Там все обыденно. Но осадки, это туман, он покрывает вот этим кожаком верхушки. При свете солнца это абсолютно фантастический какой-то мир. Вот. Я там написал этюд, небольшой этюд, с натурой. Там было холодно достаточно, мороз. Писать на морозе сложно. Белила держишь за пазуху, выдавливаешь, и я тебе спрятал. Поэтому весь в краске покупаю.
с маской. Ну, так потихоньку. Но зато вот впечатление получилось необыкновенное. В этой работе столько света. Да, это Азов гора. Это... Я-то сейчас вспоминаю просто, я задумал написать большую работу, такую метра полтора, и вспоминаю, как это вообще делать. Поэтому взялся за этот сюжет. Вот я как раз хотел спросить, маленький такой формат, хотел 60 на 60, да. Задать вопрос, устал от больших картин или нет? Да я вообще сегодня собирался пойти писать на пленэр, но за окном опять снег валит, а мне этот экстрим, честно скажу, не очень нравится. Вот, но я настроился уже, у меня все тут и холстик, и все, я думаю, дай-ка я вспомню. Пусть руки-то вспомнят, как это делается. Вот. Ну и вот увлекся, и хорошо, я думаю, что... Эту работу надо будет сделать, Азов гора. Бажовские места. Говорят, что девка Азовка плачет там в этой горе. Поэтому там есть родник, вот она наплакала его. И ночью-то зажигает она какой-то свет, огонек на вершине горы Азов. Вот. Ну, я девку там не встречал. Сейчас там, кстати, какой-то художник нарисовал портрет этой девки. Вот. А другой художник, никто иной, как, по-моему, племянница, внучатая, или внучка, я уж не помню, Павла Петровича Бажова там подреставрировал, подновил все эти наскальные живописи. Какие-то здесь такие вот прозрачные будут деревья. Их можно сделать только по-сырому. Вот по-сырому это не надо делать. Вот эти все камни тут. Это можно будет делать и по-сухому уже, и не в этот раз, что называется. Вот я сейчас в данный момент, этюда у меня нет, но я пользуюсь фотоматериалом, который когда-то снял. Вот. На фотографии, правда... Там свои дела, но характер вот местности и тональные отношения главное, что темнее, что светлее, где рефлекс располагается. Берешь и раз фотография, ничего в этом, на мой взгляд, зазорного нет. Меня спрашивают иногда, Алексей, как ты относишься к рисованию с фотографией? Ради бога, как можно к этому относиться? Если бы нравилось. Если ты никого ни в чем не обманул, сейчас же ведь многие художники еще просто по печати, сейчас это хитрое название называется ЖКЛ. ЖКЛ. Художник печатает картину на принтере, значит, натягивает на холст и немножко трогает масляной краской. И это называется ЖКЛ. Стоит денег тоже. Я считаю, что это не ЖКЛ, а обман. Какие-то там кустарники, на которых комки снега зависнут. Вот. Ну и свет раз идет вот так отсюда, он где-то может тут вот пробиться таким вот каким-то вот образом. Переборщить только, это всегда можно добавить. Вот. А то какие-то висят.
освещенные солнцем. Комочки там. Вот если эта работа идет так пастозно, с таким каким-то отношением эмоциональным, именно внешне эмоциональным, за счет вот формы тут какой-то пастозы, мазка, динамики цвета, то вот эта работа сделана совсем по-другому. Здесь тема другая. Здесь тема вот этого храма. И тема у Христа за пазухой, что называется. Поэтому здесь и письмо такое тонкое. Ее и не хотелось писать вот а-ля прима, так вот а-ля эмоции. Здесь молитвенное такое отношение к работе. Стоишь и ловишь вот удовольствие именно от тонкости каких-то таких раздумий. Вот это верхотурье. Дым Отечества, но сладок и приятен. Мне вообще вот этот храм напомнил твою работу, Иерусалим-то вот это вот. Русская свеча? Да. Есть такая работа. Вот прямо навевает вот вообще воспоминания. Ну вот если ее показать, то она совсем другая. Она другая, но почему-то именно вот вспоминаешь ее. Об этой работе идет речь. Да, вот задний план прямо вот. Он другой, но он. Здесь тоже все дело в храме. Это называется русская свеча. Русская свеча – это название, народное название храма, который построен на Елеонской горе Антонином Капустиным. Вот. И я вот испытываю гордость, что на самой высокой точке в городе трех религий стоит православный храм. Да, что-то есть тут в этом вообще. А что? Свет? А свет – это мы уже знаем, что это. Наши зрители спрашивают регулярно, откуда ты все вот это знаешь, где ты берешь вот эту информацию, ты специально заранее что-то изучаешь или что, как вообще это происходит? Ну да, когда дело касается какого-то места, например, на Святую Землю ты собрался, я вообще туда ездил без этюдника, вот, но я знал, куда я еду, и когда ты там бываешь, ты... И не только там, уже по приезду или до этого ты готовишься. Это касается любого места. Ты собрался, например, куда-нибудь в Чердынь, на север там Пермского края. Ну так кто тебе мешает ознакомиться с тем? Это же намного интереснее и жить, и работать потом. Ты сюжет уже строишь на основании своих замыслов. Не просто вот этот куст тебя привлек, а этот куст уже может быть с чем-то завязанный, вот, с историей с какой-то, с мифологией. Ну, это интересно. Ну, да, что-то я знаю, что-то я только догадываюсь, а что-то я уже забыл.